Апошній день фесту традиційно супадає з освітнім днем театра. Свято разом з формушанами зустракав ізраїльський театр «Зеро». Темная сцена, макет человечьего тела, кушетка, трио у белых халатах. И все это спектакль по рассказах Чехова. Але где ж тут Антон Павлович? Мне кажется, что кружева чеховской прозы, они не столько лежат в кружевах 19 века, сколько в замечательном психологизме, очень глубоком, неоднозначном отношении к человеку. В таком безжалостном препарировании, как мы и пытались сделать это формалистически, так сказать, в нашем спектакле, человеческой души вместе с тем в безграничном понимании и любви. Спектакль «Забавные опыты кохания» на самой справе не таки уже забавный. Про уявную наивность и легкость, и он залазит у глубини сведомости, дотягивается до самых забороненных и болючих тем. Нахожу классическим, то есть здесь нет никаких интерпретаций, осовременивания, модернизма никакого нет. То есть Чеховым худшее, что можно сделать, это просто его испортить, а испортить очень легко, и вот они этого не сделали. Они как по лесенке, они затянули, потом они позволили развернуться немножко вот этому пониманию сердцу, чувствам, а в конце концов они просто вот в хорошем смысле добили. У основі постановки три не самые популярные чеховские оповеда – «Жонка», «Следчі» і «Вороги». Об'ядновує їх наявність двух героїв і авторського голоса. Власна, гэта логіка і визначила форму подачі. В першому розказі автор – он чистий, нетто, врач, исследующий вот этот клинический случай, да, об изменах. А то во втором рассказе врач, доктор, который присутствует в рассказе, он же автор, и таким образом авторский текст с текстом персонажа соединяется. В третьем рассказе там совсем другая история. То есть мы пытались экспериментировать именно с тем, как звучит голос автора, в какой степени он проявляется в тех или других произведениях. Проза Антона Павловича была разбавлена песнями немецких романтиков и символичными танцами. Але, конечно, подход до сценографии не деформовал успримання форумского глядача. Сам взгляд и сама игра артистов, не замечаешь, что нету почти декораций, это не замечаешь. Просто вникаешь в этот сюжет и в этот, как они играют, как они это представляют. И очень много эмоций, мне очень понравилось. Актеры, они настолько выразительны, начиная от их лиц, продолжая их голосами, их интонациями, их игрой, их всем вообще, да? Режиссура великолепная, музыка замечательная, насколько Шопен сочетается с Чеховым, я даже до этого никогда не думал, а сочетается. Отчуваются у спектакля и бережливые отношения режиссера до тексту. И он застался практически некранутым, максимально близким до оригинала. Нас радует то, что после спектакля многие люди говорят, ой, я, пожалуй, Чехова перечитаю. Потому что многие, на самом деле, не читали его со школьных времен. И это очень радостно, если это возбуждает в человеке желание снова вернуться к Чехову, а значит стать лучше, чище, добрее, глубже, милосерднее. Это уже наша задача выполнена. Десятый международный молодежный театральный форум завершился. 19 спектаклей абсолютно разных форматов, как концептуальный зрез вечно юного мастерства у суправды международном ракурсе 10 краин света. Але, каб утрымать интригу, ведущий Миколай Романовский усваливал глядачу и удельнику питанием о тени опошних до фест и запросил до отказу директора-засновальника. По поводу будет ли театр Шарупа, или что там, как шутим. Всем огромное спасибо. Я думаю, что обязательно встретимся в следующем году. Але тут ініціативу перехопила молодь. У адсутнасць сёлет на форуме професійнага журы маладзёвая апантана працавала. Зразумела, не без падказкі і сугушна аўтарытэтным крытыкам. За лепшы тэатральны комікс – прыз Шэкспіру, драматычны тэатр імя венгеркі «Беласток» в Польшы. Где імправізационная игра актёров достигает степени большого совершенства. И во всяком случае, на нашем театральном небосклоне как бы защищает часто упускаемую у нас эстетику театра представления.
за тонкую, чистую, кришталевую режиссуру усхвалены Андрея Сядельнику, Митина Любов, Державный драматичный театр на Литейном, Санкт-Петербург. А ведь это проза, и очень сложная просто, проза классическая. Это тоже, я считаю, большое достижение. За филигранное шулерство повага игрокам русского театра Эстонии, яких вымуштровал Сергей Федотов, уладальник «Золотой маски» Пермь, якого с удяжностью сгадывают и глядачи Могилевского форума за Макдонаха. Я очень рад, что мой спектакль второй раз на Могилеве, на фестивале «Мартконтакт». Я очень рад, что существует такой фестиваль, потому что здесь собираются истинные театралы. И вот с разных стран, вот эксперты, вот критики, и у них всех разные мнения такие, они всех разные свои эстетические законы, и зритель Могилевский тоже какой-то очень особый. За пошук отказу без слов, за страченное кохание, за зникаючу любов, убуденности звяденки, хвала Катерине Аверковой, яка на «Мартконтакте 2015» представляла мультикультурный Германия, Австрия, Испания, Беларусь проект. Але могилевский глядач актерки, музыканту, режиссеру с любовью отданы за 2 года найцікавішай працы у нашем театре. Я тоже полюбила Могилев сразу. Причем тоже вообще сразу. Ну и потом опыт работы, и, наверное. То есть я сейчас приезжаю, я на самом деле, когда вот ехала сюда, и вот до сих пор я очень сильно волнуюсь. Но это такое волнение не дурное, вот в смысле, вот когда часто бывает такое перед спектаклем, ты просто нервничаешь. А у меня такое ощущение, что я вот давнишних друзей приехала навестить, и у меня так вообще радостно, короче. У меня очень такое радостное волнение. За счастье назирать невероятное проживание ролей отдадены сердце Александры Кузенковой и Анастасии Пронькиной и гран-при однодушно проекту Центра имя Мюрхольда «Москва». Одночи все мы будем счастливы. Где две юные девушки от лица одной героини вообще блестяще по-театральному раскрывают, так сказать, эту сложнейшую и актуальную тему, так сказать, несовместимости и поколений вообще, непонимания вообще зачастую родителей и детей. И то, что выбор молодежного жюри заочно усхвалены самыми авторитетными театральными критиками, так само узалик 10-й год феста. 141 спектакль. Школа. Действительно, школа. Мы учимся чувствовать, учимся переживать, учимся разбираться в искусстве. Потому что часто прозвучит такая мысль на этом форуме, как понять дилетанту, мы ведь дилетанты, как понять, что спектакль хороший. А ты посмотри 100, и на 101 поймешь. Вот мы учимся. И безумовный выник международного театрального фестивалю для утваральнику Могилевского драматичного театра означает самые признанные профессионалы. Очень понятен, близок и дорог спектакль «Женитьба» Могилевского театра, потому что главный смысл всего этого фестиваля в том, что растет ваш театр, он развивается очень интересно, и он становится такого высокого уровня столичным коллективом, я не боюсь этого сказать.